Специальное предложение только сегодняшнего дня. Это то предложение, которое становится новогодним хитом, и мы выбрали его именно по вашим заявкам. В новом году всегда мечтаешь о том, как изменится твоя жизнь к лучшему. Это прекрасный повод в новом году обновить интерьер, жить по-новому в красивом современном доме. Обычный ремонт – это столько сил, столько времени, а результат приходится долго ждать. А с блоками интерьерного покрытия вы сразу видите результат. Ремонт за один вечер. Любой интерьер – детская, коридор, ванная, кухня – все зависит только от вашей фантазии. Это бессменный бестселлер телеканала «Шопеншоу», который сегодня представляет Алексей Мичурин, эксперт телеканала «Шопеншоу». Всегда с удовольствием рассказываю про эти блоки, потому что они невероятно красивые, создают эффект объема. Но главное их преимущество – это то, что может их поклеить любой человек. То есть для того, чтобы блоки оказались у вас на стене, вы не покупаете клей, никакие кисти, не готовите стены, вы снимаете защитный слой бумаги, аккуратненько его складываете и наклеиваете блок прямо на стену. Посмотрите, она не подготовлена. У нас здесь есть и выемки, и щели, и даже провод. Да, и блок идеально ложится за счет универсального клеевого слоя, который он имеет. Поэтому вы избегаете этого промежуточного варианта, когда вам нужно будет стену выравнивать и что-то из нее убирать. Видите, все у нас скрылось, но при этом надо узнать, насколько они прочные, насколько блоки долго продержатся. Блоки сделаны из вспененного ПВХ, то есть это плотный надежный материал, который, кстати, удерживает тепло в квартире, то есть обладает теплоизоляционным эффектом. А это что за художество? Который обладает антивандальными свойствами, и вы можете в любой момент взять и стереть то, что вы нарисовали. Еще и набрызгать. Еще и набрызгать на них, посмотреть, как легко это делается. То есть данные блоки можно использовать не только в гостиной, в спальной, но и в том числе На кухне, на везде кухне, абсолютно. Обратите внимание, что мы сегодня собрали самые актуальные, любимые расцветки и сохранили цену прошлого года. У нас есть белая мозаика, белая роза. Посмотрите, белая роза, чайная роза и пудровая роза в прошлый раз стали лидерами эфира. Они были распроданы полностью, поэтому успейте дозвониться сейчас, они есть в наличии. Белый цвет под кирпич. Мне очень нравится золотой ретро, это который выбирает моя мама, кстати, у себя дома. Травентин бежевый. Один из новинок сегодня для вас под камень сделан, очень красиво смотрится. Альпийский дуб тоже один из хитов, расцветка такая у нас, успеть ее забрать. Парижский туман, дуб молочный, кирпичный оттенок для коридоров, очень хорошо подойдет или для гостиных в качестве панелей. Далее кленовый сироп, который тоже у нас был первым. Массив дуба, это эффект натурального дерева, который смотрится очень красиво. Греческий мрамор у нас есть, и есть варианты под кожу. Это ваниль и корица. Ваниль и корица в прошлый раз закончились также у нас в начале дня, потому что именно кожаные дизайны, они очень модные. Вы получаете сразу 10 листов. Это 5 квадратных метров. Абсолютный бестселлер нашего телеканала. Вообще даже хочу сказать, что с момента премьеры в 2020 году продано более 70 тысяч таких панелей. И только сегодня в самых популярных модификациях мы уже посмотрели, и при этом мы сохранили акцию прошлого года. Смотрите, 5 квадратных метров стоят 3499 рублей, а 2, сразу 2 упаковки, 10 квадратных метров не 7000, а 5998 уже с бесплатной доставкой. И в таком случае один блок обходится всего лишь в 299 рублей. Звоните прямо сейчас. Успевайте, звонок бесплатный с любой точки России. Ты знаешь, я тебе рассказывала про мою маму. Так. Мы с ней делали балкон, и у нее осталось немножко. Угу. Когда она посмотрела на кухню, говорит, мне нужен фартук. Ей фартук насчитали за 40 тысяч рублей. Угу. За 40 тысяч рублей. Ну, естественно, это кафель, это работы, да? Только за вот материалы. Она говорит, зачем я буду тратить деньги? Она мне звонит и вечером говорит, Лен, я все решила. Я говорю, а что, ты деньги нашла? Она говорит, нет, я поклеила кухню остатками блоков. Я говорю, как? Серьезно? Она говорит, вообще, говорит, отлично получилось. И она мне даже прислала видео, это просто классно. Если можно, мы можем его сейчас включить в эфир, и ты сам все увидишь. Ну, с удовольствием, давай посмотрим. Маме сколько... 70 лет. 70... 18 января ей исполнится 71 год, и она за один вечер сделала ремонт сама на своей кухне. Давайте посмотрим. Привет, Лен.
Посмотри, как привет, я оклеила кухню. Ты видишь, даже потолок. Это красиво и очень выгодно. Да, посмотри, она даже вот вытяжка, видишь, у нее обрезана, она красивенько, аккуратно обрезала. И в качестве кухонного фартука тоже сделала. Да, и оставила еще место для нового шкафчика, который ей скоро привезут. И рядом сварочной панели. То есть все сделала так, как надо. Да. Ну что, мама твоя наклеила, теперь давай ты. Давай, давай. Самостоятельно. Я обожаю клеить обои, потому что когда мы с мамой клеили на балконе, она только накрыла на стол, а я уже сделала себе ремонт. Держи. Вот, а чем хорошо наклеивать на балконах, допустим, либо под подоконниками, потому что блоки удерживают с собой тепло, то есть они препятствуют проникновению холодного воздуха. Так часто бывает, что из-под подоконника дует ветер. Вот блоками вы можете закрыть все эти щели и тем самым убрать этот самый ветродуй у вас дома и сохранить тепло. То есть блоки обладают дополнительными свойствами. Не только красотой, не только простотой наклейки, но еще и теплоизоляции, звукоизоляции. Да. Если это детская комната, так, допустим, вы можете все это сделать с помощью блока. Видите, главное только сопоставить, да, стык, а стык не торопись, немножечко, не торопись, да, внахлёсточек, и все раз, вот и раз. Все уже будет у вас готово. Поэтому успевайте дозвониться. И, кстати, хочу сказать, что у нас есть видео от наших телезрителей, которые также присылали свои ремонты. Посмотрите, вот они у нас, когда блоки интерьерного покрытия меняют жизнь людей. Вот какая красота у нас. У нас и в гостиных, и в спальне, и в коридоре. Слушай, это просто невероятно. А вот скажи, здесь любые стены, то есть на любые стены можно приклеить? Да, вот в чем еще преимущество этих блоков, то, что стены могут быть абсолютно из разных материалов. Ну, естественно, мы привыкли, бетонные стены в домах легко ложится. Также это может быть деревянная, фанерная, ОСБ-плита, металлические. Старая плитка у вас может остаться, вы ее можете не снимать. Покрашенные стены, деревянные стены, ну или бетонные, как я уже сказал. Блоки ложатся идеально на все поверхности за счет универсального клеящегося слоя. Да, они у нас объемные, это не бумага, это как раз вот именно ПВХ, который используется сейчас везде. Главное, успевайте дозвониться прямо сейчас. И у нас даже есть отзывы. Нина из Воронежа, кстати, мама моя тоже в Воронеже, очень сильная клеевая основа, говорит Нина, прекрасно ложится на любую поверхность, хоть на обои, хоть на штукатуренные стены. Стены и за счет наполнения отлично служит еще и утеплителем. Спасибо большое, Нина, за ваш отзыв. Напоминаю, что это не бумажные обои, это именно ПВХ, объемные такие, хорошие, плотные. Альпийский дуб, белая мозаика, белая роза, белый ваниль, белая роза, пудровая роза и желтая роза закончатся первыми. Дозванивайтесь. Греческий мрамор, дуб молочный, золотой ретро, который использовала моя мама. А корица и ваниль – это уже эффекты под кожу. Массив дуба у нас под натуральное дерево. Делать ремонт сегодня просто, без ремонтных бригад, без личных затрат. Успейте дозвониться прямо сейчас.